Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Вильям Фредерик Альфон Потаст родился 9 июля 1877 года. Голландский художник, графический дизайнер, иллюстратор, гравер и литограф. Данных очень мало, я беру данные из переводной Википедии. Потаст получил образование в Амстердамской государственной школе и Королевской академии изящных искусств в Гааге. Как литограф и гравер, он сделал много иллюстраций для различных книг. Отец и брат Вильяма Потаста, Хендрик Антуан и Бернанд, также были художниками. Работы Вильяма Фредерика Альфонса Потаста выставлялись на аукцион несколько раз, а реализованные цены варьировались от $1300 до $4868 США в зависимости от размера и носителя произведения искусства. С 2000 года рекордная цена этого художника на аукционе составила $4868 за портрет Хенрике Уэлленбурга около 1682 года. И она была продана на аукционе Кристи в Амстердаме. Умер Потаст 2 октября 1916 года. Ну вот все данные, которые мне удалось найти о дизайнере, иллюстраторе, гравёре, литографе, голландском художнике Вильяме Фредерике Альфонсе Потаст. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы.